сердца. Наша первая победа над ними, принципиальный матч был, мы собрались. В принципе, хорошо играли, переиграли их, я считаю, по игре полностью. И у нас моментов очень много было, помимо того, что мы забили. Еще было много моментов, играли сегодня. Ну, я же собрано играли, очень в пас, поэтому и все получалось. И, ну, тяжело всегда с ними играть, но сейчас сегодня выиграли, это хорошо. Я думаю, что непростый для вас был матч. Чини. Ну, конечно. Команда на первом месте, Сокер идет, был принципиальный матч. Они хорошо собрались, приехало у них две пятерки. У нас сегодня немножко не повезло, не приехала пара сильных ребят. Впятером старались, но, считаю, сыграли неплохо, не забили свои моменты. Вроде будем смотреть повтор, конечно, так из игры казалось, не слабее мы были. Но ребята свое забили, а мы свое нет, 3-1. Я думаю, за первое место еще поборемся. Принципово гра с Талосом. Тобто ти такий, типа, Талос, ждите. Не, ну ми настроїмося по-любому. Этот матч показав, що ми можемо настраиваться на хороших соперників. В принципі, команда букмекер сильна команда теж. Є хороші исполнители. Да, однозначно. І вони швидкі, теж технічні. Но, видите, ми цілісно сыграли, дуже компактно в обороні. І тільки один гол пропустили. І, в принципі, у них не було особо таких огромного кількості моментів. Не было ударов таких, что в угол и вратарь мертвый отбил. Или мы прямо в него попадали, или мимо били. Достаточно моментов у всех было, но низы только один забили, и то после штанги. Обидно. Брали тайм-аут уже во втором тайме, при 2-1, и прямо перед тайм-аутом после рикошетов пропустили третий. Потом уже было сложно, конечно, отыграться. А чому складно? Не повірили трошки? Ну, ребята посвіжеє в кінці були, мінялись. У нас тільки одна заміна. Вроді грали неплохо, не сказати, що сіли вже не могли. Пішли п'ятим, були моменти. Мастерства не хватило, везення немножко. Ну,
прошлой игре забили, в этой не забили. Будем работать дальше над реализацией.